Всем доброго раннего утра. Предлагаю вам насладиться нашим лесом. Пару минут послушайте. Каждое утро наши птицы обсуждают очень важный вопрос. Где пожирнее червяки? Куда лететь сегодня? Природа пробуждается. Именно в такое время в древнем Иране, в Персии, во времена язычества, поклонения богу Ахура Мазде и во времена религии зороастризм, который основал пророк Заратуштра, каждое утро в это время совершали намаха, намаз, солнцу, приветствие. В древней Персии три раза в течение дня совершали намаха, приветствие великого солнца Ахура Мазды. Его считали воплощением света, справедливости. Чтобы узнать более подробно об этом, я вам предлагаю посмотреть мою лекцию о великом и древнем боге Ахура Мазда. С тех пор ничего не изменилось. Точно так же есть Бог и есть пророк. Только того Бога звали Ахура Мазда, а пророка Заратуштра. И приветствие солнца три раза в день, утром, в полдень и вечером совершались точно так же, как и сейчас. Стелили коврик, садились на корточки или на колени опускались, целовали землю, поднимали руки к небесам, руками сотворяли чашу вечности, собирали солнечную энергию и как бы символически наносили на лицо. Поворачивались на все стороны света и благодарили того, кто держит небосвод. С тех пор ничего не изменилось, только название. Имя Бога изменилось, имя пророка изменилось, и немного философия поменялась. Вот так, собственно говоря, религии меняют друг друга. Вот мы с вами с утра сделаем великий намаха, приветствие Бога Ахура Мазды. Вы услышите слова, которые произносили тысячелетиями жрецы, когда созывали народ на молитву. Эта молитва давала силу человеку на весь день, благословляла его дела, его деяния, его дорогу, его жизнь. А вы прекрасно знаете, что без благословения богов человек ничто. Человек может стараться, работать, создавать, но если боги не благословили его труд, не дают ему помощь, то все, что он делает, уйдет в никуда. Я вам предлагаю каждое утро, когда вы встаете с постели, совершаете свой утренний туалет. Попрошу некоторых понимать, что такое утренний туалет. Это не то, что вы подумали, это не уборное. Хотя уборное тоже это слово именно оттуда приходит. То есть свои утренние дела одеваетесь, пьете кофе, чай. И перед тем, как выйти на работу, неважно, в какое время вы встали, просите благословения у Бога света и справедливости, чтобы Он направил вашу дорогу в правильное русло. И тогда вы можете быть уверены, что этот день принесет вам удачу. И чем чаще вы будете это произносить, чем чаще вы будете приветствовать великого Бога, и благодарить его, и просить его благословения, тем сильнее ваша связь будет с ним.
естественно, тем лучше будут идти ваши дела. Итак, произносится это на фарси, но фарси имеет несколько наречий. Это наречие называется пехлевийское. Но люди с персидским происхождением, то есть, например, таджики, афганцы, афганские таджики, потому что в Афганистане тоже фарси, на фарси разговаривают, персы, иные ираноязычные племена и народности, они, естественно, поймут, потому что разница не особо большая, всего лишь наречие. Итак, читайте 10 раз. Это была священная цифра пророка Заратуштры. Бузург ва абады худо, баракад дихет, рузиман, точирят иман, рохиман, хикмат дихет, барорикор, сарват ва эхтиром, чалол бату. Бузург ва абады худо, баракад дихет, рузиман, точирят иман, Рохиман, хикмат дихет, барорикор, сарват ва эхтиром, чалол бату. Бузург ва абади худо, баракат дихет, рузиман, точират иман, рохиман, хикмат дихет, барорикор, сарват ва эхтиром, чалол бату. Читать 10 раз. Я прочитала 3 раза, этого достаточно. И дождитесь текста, если кто-то не может записать с моих слов. Терпеливо дождитесь. И постарайтесь каждый день читать. И вы увидите, как ваша жизнь станет намного благополучнее. Естественно, если вы еще и будете делать в совокупности со всеми ритуалами удачи, призывами и прочее. Удачи вам, и пусть благословит вас великий Ахура Мазда, Бог света и справедливости.